Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу вам показать очень крутой эффект картинки, который мы можем наложить на своем телефоне. И для этого нам нужно обновить наше стандартное приложение «Галерея» на более обновленную версию. Она будет на английском языке, но ничего страшного, там все просто и понятно. Но зато там будет присутствовать этот крутецкий эффект, который сделает вашу картинку просто восхитительной. И для того, чтобы вы скачали эту версию галереи, я оставлю ссылочку в описании под этим видео на телеграм-канал, в котором вы сможете сразу же скачать это приложение галерея и установить на свой смартфон. Также, друзья, хочу вас пригласить подписаться на этот телеграм-канал, который называется AndrewBest, где очень много крутых про-версий приложений, модифицированных, улучшенных, и вы там сможете скачать платные приложения абсолютно бесплатно. Свою версию этого приложения я сохранил в проводнике. Вот она находится. Я ее устанавливаю на свой смартфон. Установить. Нужно подождать пару секунд. И после этого я вам все это дело покажу. И вы просто обалдеете от того, насколько наша картинка сможет преобразиться. Все, теперь обновление произошло, я вышел на рабочий стол. И обратите внимание, пожалуйста, что на месте стандартного приложения «Галерея» установилась «Галерея», но уже на английском языке с этим крутым эффектом. Мы заходим в наше приложение. Выбираем такую картинку, где присутствует небо, потому что этот крутой эффект накладывается именно на небо. Вот такая вот картинка. Я хочу вам ее показать. Это я, когда был недавно на море, я ее заснял. Сюда я нажимаю «Edit». Так, перевернем телефон свой. Далее мы выбираем пункт Sky, то есть небо. И тут есть очень много фильтров нашего неба, и мы можем те или иные фильтры просто взять вот так и скачать. И вот эта вот стрелочка в правом верхнем углу этой иконки исчезнет, и соответственно может примениться этот эффект. Теперь я скачиваю вот эту вот, и оп, она сразу же применяется. Но это все, да, интересно. Теперь я вам показываю именно новые фильтры, которые буквально недавно появились. Тут много фильтров, вы каждый из них сможете скачать. Но я хочу вам показать тот фильтр, который мне понравился больше всего. Это тот фильтр, где присутствует луна. Вот, допустим, полумесяц. Посмотрите, насколько красиво это все смотрится. Когда мы еще раз нажимаем на эту вкладку, то мы можем регулировать прозрачность этого фильтра. Вот это вот полная темень уже. Это ярче. Вот, допустим, полная луна. Идет тоже скачивание этого фильтра. Вот она применилась. Обратите внимание, насколько круто это все смотрится. Очень красиво, мне нравится. Вот другой уже фильтр. Вот там, где гроза. Даже молния видна. Смотрите, как круто смотрится. Вот еще вот такие фильтра есть. Звездное небо. Смотрите, ну это вообще класс. Просто класс. Еще вот такое вот есть. Фу, вот это тоже обалденно. Обалденный закатик, не правда ли, друзья? Вот есть. В общем, ребят, переходите по ссылочке в описании, скачивайте эту обновленную версию галереи. И вы можете выбирать здесь разные фильтры, накладывать их на свои картинки, выкладывать в Инстаграм. И просто будете удивлять своих знакомых, откуда у вас такие фотографии, где вы их взяли. Такой фильтр есть, как еще и аудио и небольшая анимация неба. Тоже довольно-таки круто смотрится. Смотрим дальше, что у нас есть. Тут уже у нас анимационные небеса идут. Тоже очень круто смотрится. Так, ладно, давайте еще вот это посмотрим, последний. Сейчас он скачается. Оп. Вот такое вот падение комет мы видим на небе. Допустим, я хочу его сохранить. Нажимаю на галочку. И все, сохраняю. И давайте посмотрим, что получилось. Вот моя оригинальная картинка. И вот картинка, которую мы получили вследствие наложения этого крутого фильтра. Согласитесь, друзья, что эта картинка не оставит равнодушными тех людей, которые ее увидят. Давайте предположим ситуацию, что вам это обновление не понравилось. Вы всегда сможете откатить назад и его удалить. Для этого мы заходим в настройки, спускаемся в самый низ приложения. Все приложения. И в строке поиска мы пишем просто «Г». Вот, галерея, сюда заходим. И тут у нас есть пункт «Удалить обновление». Когда мы его нажимаем и удаляем, все,
Это обновление у нас удаляется и становится стандартное приложение «Галерея» на русском языке. Именно такое приложение, которое было до установки данного приложения. Надеюсь, друзья, что это видео вам понравится. Если это так, поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Оставляйте свои добрые комментарии, как вам такое приложение, понравилось, нет, пишите, я все прочитаю, мне очень интересно. Всем желаю успехов, друзья, всем удачи и всем пока!